Компактный паркетник Volkswagen T-Roc является одной из самых популярных моделей компании, опередив по продажам в Европе даже легендарный Golf. Именно поэтому производитель решил не рисковать и официально заявил, что следующее поколение кроссовера также будет оснащено двигателями внутреннего сгорания. Презентация новой модели запланирована на 2024 год. При этом стоит отметить, что тестируемые прототипы уже вовсю ездят по дорогам общего пользования. Само собой, паркетник сильно закрыт камуфляжем, но мы не ожидаем кардинальных перемен во внешности. Скорее всего, мы увидим эволюцию в дизайне с переработанной передней и задней частью. Фотографий салона также пока нет. Мельком шпионы заметили большой парящий дисплей, как на последнем Passat. А это значит, что и весь интерьер будет выполнен примерно в таком стиле. По технической части уже известно, что T-Roc будет ездить на обновленной версии платформы MQB, а моторная линейка кроссовера пополнится гибридными силовыми установками с мягкими и подключаемыми модулями. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!